Всем привет! Вы смотрите Sapien Channel. Вы на верном пути. Уже некоторое время я копаю под 8-битную музыку. Сегодня я еще не готов рассказать вам об этом. В интернете, как оказалось, очень мало информации по этому поводу. Всю теорию приходится практически разрабатывать самому. Сейчас я тестирую и осваиваю приемы написания 8-битной музыки, синтезаторы. Как выяснилось, некоторые из них приводят к крашу Reaper, некоторые буквально клоны других, и нет смысла ставить их много. Собственно, к чему я? Я хотел поинтересоваться, насколько вам интересна эта тема, что вы знаете о написании 8-битной музыки, возможно, вы знаете хорошие синтезаторы. В общем, жду от вас фидбэка. Пишите в комментариях все, что вы знаете по этому вопросу, и, возможно, вместе мы составим внятную теорию написания 8-битной музыки. А сейчас я хочу поделиться с вами своим первым опытом. Слушаем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!